Отель «Метрополь» с уникальной столетней историей и огромнейшей коллекцией антиквариата находится прямо в сердце Москвы. Буквально в нескольких шагах от нас слева Кремль и Красная площадь. Прямо передо мной Большой театр, а справа Лубянка. И вы только посмотрите на этот уникальный фасад. Эркерные окна, ажурные решетки балконов, а наверху панно из майолики по картине Врубеля «Принцесса Гриза». Отель «Метрополь» строился в конце 19 века с размахом. Специально из Мексики был привезен вот этот оникс, из Бельгии и Италии мрамор. И только посмотрите на эти удивительные кресла из карельской березы с прекрасными лебедями. Они антикварные и очень удобные. В «Метрополе» 363 номера, 2 из них президентских и 72 люкса. Конечно, наибольшей популярностью пользуются супериоры или стандарты. Там есть все для работы и отдыха, удобная кровать, высокие потолки, просторный рабочий стол и, конечно же, уникальные антикварные люстры. Но мне по вкусу вот этот большой номер люкс 3305, любимый номер Пьера Кардена. Здесь очень красивая потолочная роспись, морские пейзажи, антикварные люстры и, конечно, кровать с альковом. Посмотрите, какая прелесть! И поэтому этот номер любят молодожены. Во все времена отель «Метрополь» привлекал своей роскошью и королевских особ, и влиятельных политиков, и, конечно же, кинозвезд. И выбор их вполне понятен. Удобство расположения, изысканные блюда, внимательное обслуживание – все это «Метрополь». Добро пожаловать! Добро пожаловать в Москву. Прямо за моей спиной один из лучших бутик-отелей нашей столицы – отель «Golden Apple», расположенный на улице Малая Дмитровка, недалеко от улицы Тверская.